Итак, друзья, первое включение 486-го компьютера Veridata Extra Pro 486S/33U. Значит, мониторчик есть от него, просто он полосатит. Я его отключил, и вот сейчас пытаюсь включить его на большой экранчик. Ну, один писк — это хорошо, значит, работает. Тесты прошли. Так, вот, провалились в BIOS. Значит, 486 SLC, Dual Color BIOS, версия M691. Знакомая что-то материнка. Так, значит, какие ошибки? Изменен размер памяти после предыдущего включения. Ну, чексум, цмос — это понятно, цмос батарея сдохла, ну конечно, он долго лежал очень. Так, чипсет коррупт, это вот непонятно. Ну, по дефолту предлагает загрузиться. Так, жмем, что мы можем нажать здесь. F1. Непонятно. Escape. Так, еще раз включаем. Пост прошли, тесты. Так, вот, появилось. Вот, уже видите, другие ошибки. А нет, то же самое. Так, предлагает нам F1 продолжить или Ctrl-Alt-Escape. Вот, мы и пойдем. Жмем Ctrl-Alt и Escape. Одной рукой неудобно, провалились в BIOS, в CMOS. Так, чем управлять? Стрелочками, что ли? Ну-ка. Стрелочками. Так, диск определился, сороковка. Это уже хорошо. Так. Так, память. С памятью что у нас? 4 мегабайта. Это хорошо, 4 мегабайта. Так, загрузка AC стоит. AC. Так, ну ладно. Shadow, наверное, не надо. Ну, посмотрим сейчас. Так, дата. Чем менять? Page down, page up, что ли? Ну-ка. А, это вторая страничка есть с МОСа. Вторая страничка. Параметры CPU. А, это уже 386 пошел. Угу. Параллельный импорт. Так, внешней флопи нет. External, внешней памяти нет. SCSI ROM отсутствует. Так. Так. L10, F2. Так. Alt-F1. Господи, чем же менять-то? Плюс-минус, может. Alt-F1. Пробуем. А, вот.
Плюс-минус точно. Осталось... вот плюс-минус все нашел. F1 выход из... Так, плюс-минус. Все. Так, ставим 20 января. Год. Ух ты. 1900 даже. 2000. Ух ты, гнать и гнать. Первый. Господи. Промотал, что ли? Не понял я. Поставил. Так сойдет. Так, флопи. Флопик. Флопик стоит. Память стоит. Все стоит. А. Так. Поставим CA. Так, все. Теперь F10. Сохранить. Чпок. F5. Выйти и сохранить. Так. Флоппи диск. Не такой. 720 что ли поставить. Батарейка понятно. Блин, чипсет тут. Не знаю, что это такое. Но это не проблема. Так. Ctrl-Alt Escape. Так, сейчас флопик поставим. Ха! А че он не дает флопик нам ставить? Интересно. Интересно. Ха, не дает. Ну ладно. Бог с ним. F10, F5. Сейчас рвнется. Рвнулся. И F1 жмем. Так, сейчас. Система не установлена. А дискеты, к сожалению, у меня нет. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.